Итак, продолжаем. МТД-61. Made in Китай, наверное. Смотрите, какую я вытащил пластиночку. Вернее, ее потом поставлю, только, может быть, вырежу поаккуратнее, вот без этой дырки. Пластинка стояла вот здесь. Вот так. Причем она вырезана из какой-то оцинковки. Вот углы можно пальцы порезать. Неужели это заводское исполнение? Такое ощущение, что это какой-то вообще промысловый. Просто-напросто. Я не знаю, где его собирали. А почему я сюда полез? Потому что подшипник вот этот вот натяжной очень сильно болтается и стучит. Поджимаю, и он перестает стучать. Но еще самое главное, очень сильно вытянулись ремни. Очень сильно. Что тот, что этот. Непонятно почему. В общем, очень некачественная вещь. Еще раз говорю, МТД-61. То есть раньше у меня был МТД-611, 15 лет, по-моему, или больше. Прослужил вообще без проблем совершенно. Этому второй год. И то убираюсь очень редко. И весь разваливается, просто весь. Тросик, ручной стартер, вот эта хрень, шнеки погнулись, хотя ничего не кидал. Сильно вал бьет. Вот так вот в разные стороны ходит. Не знаю почему, не могу понять. Слышите, грохот какой? Это вот из-за этого валика натяжного, ролика вернее. Вот сейчас получше. В общем, короче говоря, не знаю, что происходит. Пользуюсь очень аккуратно, но все почему-то пытается развалиться. Все, спасибо.